они, во-первых, тяжелые, огромные такие люстры. Здесь вот часы павлин находятся. Мы находимся в Малом Эрмитаже. Сейчас двинем в Старый Эрмитаж. А некоторые нас путают и пытаются дезориентировать. Ну, я хотела попасть туда. Сейчас вот будем... Ну, значит, сейчас пойдем туда же обратно через другое место. Да, это мозаика. А тут смотри, какие красивые с колоннами анфилада. Тут, наверное, бал устраивали. Наверное? Так, вы папу нашего видите?